Если коротко, мое мнение субъективное, в таких авторитарных режимах, султанатах, должны быть запрещены проведение демократических всяких конкурсов и так далее. Это должно быть в какой-то степени как наказание для этих стран. Dahinter standen, als eine versteckte Kamera in ihrem Schlafzimmer installiert worden war und Bilder von ihr ins Internet gestellt worden sind und sie auf eine Art und Weise kompromittiert hat, weil sie nach der Entführung von zwei Mädchen der Polizei vorgeworfen haben, in Menschenhandel involviert zu sein. Welche Rolle spielt Korruption in Aserbaidschan und was? Я вот как раз сказала, что женские кризисные центры, одни из тех, кто обращаются, это жертвы трафикинга. И благодаря нашей работе, с 2001 года, я сказала, мы начали работу, в 2004 году был принят национальный план по борьбе с трафикингом, который был подписан президентом, избран национальным координатором. До этого, когда мы говорили о том, что у нас торговля людьми процветает и внутри страны, и отправляют азербайджанских женщин за рубеж, вот меня обвиняют в том, что я клевещу на чистых и порядочных азербайджанских женщин. Но я должен сказать, что мы проигрываем эту борьбу. Aber ich muss sagen, wir verlieren diesen Kampf. Что сегодня, мне кажется, вот мы... Ситуация изменилась, коренным образом изменилась. Denke, die Situation hat sich heute doch sehr stark geändert. Демократия не привлекательна. Die Demokratie ist nicht mehr attraktiv. Я не имею в виду людей, я имею в виду режимы, которые существуют. Ich meine nicht die Menschen, sondern ich meine die Regierungen, die in diesen Demokratien existieren. Потому что создана модель авторитарного режима, диктаторского режима, который является наиболее привлекательной для всех постсоветских государств. Denn es gibt auch das Beispiel der autoritären Länder, die für alle ehemaligen Sowjetrepubliken eben attraktiver. Знаете, давайте посмотрим. За последние 20 лет появилось очень много международных правозащитных организаций. Also wenn wir schauen, in den letzten 20 Jahren gibt es zunehmend mehr Menschenrechtsorganisationen. Все, которые занимаются, и они все занимаются нашим регионом. Und sie alle beschäftigen sich auch gerade mit unserer Region. Они действительно оказывают нам огромную поддержку. Und sie unterstützen uns wirklich. Хорошо это, наверное, хорошо. Но это для меня тревожный сигнал. Потому что работы становится для них все больше. Организаций появляется все больше. Aber es ist auch besorgniserregend, denn sie bekommen immer mehr Arbeit, Organisationen werden immer mehr und sie haben immer mehr Arbeit, also gibt es auch mehr zu tun. Уже видно, что эти режимы не поддаются ни влиянию, ни даже не собираются выполнять свои обязательства. Ни перед Советом Европы, ни перед ООН, ни перед ОБСЕ. Man sieht, dass diese Regierungen sich nicht beeinflussen lassen und auch keine Verpflichtungen eingehen wollen, weder gegenüber dem Europarat noch gegenüber der OSZE und so weiter. Они не будут меняться сами. Sie werden sich auch nicht von alleine ändern. Но они будут менять Европу. Aber sie werden Europa ändern. Под себя. Sie werden Europa sich selbst anpassen. И это уже происходит. Und das passiert jetzt schon. И об этом надо говорить, наверное. Und darüber muss man sprechen. Примеров достаточно, начиная с канцлера Германии, который поступил на работу в российскую компанию. Angefangen mit dem ehemaligen Bundeskanzler, der bei einer russischen Gesellschaft oder bei einem russischen Unternehmen arbeitet. Можно говорить о том, что, например, сегодня на хоккейном чемпионате мира в Швеции in Schweden findet ja die Weltmeisterschaft für Hockey statt. Полицейские Швеции избивали и вырывали национальные флаги белорусских болельщиков. Полицейские Швеции избивали и вырывали национальные флаги у белорусских болельщиков. Schwedens, ja, den weißrussischen Fans die Fahnen aus den Händen geschlagen. По просьбе официальной белорусской делегации. Ja, weil das die offizielle weißrussische Delegation so verlangte. Вы знаете, есть акт Магнитского в Соединенных Штатах. Wissen Sie, es gibt ja auch diesen Magnitsky-Fall. Это, мне кажется, такая первая попытка действительно
осознать опасность проникновения das ist der Versuch, в Европу этого авторитаризма. Zu klar zu machen, dass diese autoritären Regimes auch schon Zugang nach Europa haben. Посол России пригрозил ирландскому парламенту, что если они примут этот акт, то запретят усыновление детей в Ирландию. Der russische Botschafter hat schon der irischen Regierung gesagt, also wenn das dieser Magnitsky-Fall, wenn das so angenommen